Обговоримо оцю історію, тому що чи схоже це вам щось, до прикладу, на те Міністерство інформаційної політики, яке свого часу так називалось Мінстеці, от воно у нас нібито так активно мало працювати, і чи потрібен нам сьогодні такий орган, враховуючи за рахунок наших з вами платників податків з державного бюджету? Я ж уже говорил, да, что у нас есть офис президента, это орган, который победил разум. У нас уже, к сожалению, из РНБО сделали неконституционный орган. Сегодня он нарушает конституцию, выносит какие-то решения, принимает какие-то санкции к украинским гражданам. Вот протидії информации. Ну, по-моему, этот орган и президента несет фейки. Так и будет здесь. Ну, нельзя создавать то, кстати, вот мы все говорим, да, Мендель же получает деньги с наших с вами карманов. Она должна высказывать не как народный депутат свою думку. В ней не может быть своей думки, когда она каже в микрофон. Она может высловлять только думку своей посады. Поэтому нужно прекратить создание вот этих вот офиса простых решительных органов, которые... Знаете, они то хотят... за грантові гроші. Ні-ні, за які грантові? Подождите, они там сидят в приміщеннях державних установ, народні депутати в свій час, міністри в свій час та всі інші. Які за наші з вами кошти? І, ну, це вже взагалі невозможно терпіти. І от коли ви почали говорити, хто і коли за це почне відповідати, і хто за це відповідає, да? У нас сьогодні получился случай. У нас... Кремень уповноваженный чего? Не парламента, а кабинета министров. Министров так. Мендель у нас кто? Офис президента. У нас нет офиса президента. У нас Верховной Рады нет, вы меня выбачьте. У нас есть монобильшесть. У нас есть одна відповідальная людина в країні, и это... Президент, как говорит, у каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество. Так вот сегодня за все в стране отвечает Владимир Александрович Зеленский. Вот и не взялся отвечать за...